предки, братья татары, сестры, сестры татары и братья башкиры. Братья, ты кто, бурят или башкир? Отец Марии. Отец Марии. Это мы в палатке. На улице 15 градусов мороза, а нам в лом полиэтилен натянуть. Сейчас будем пить холодное пиво. Где она? Где, кстати, она? Вон. Нету свободы калош. Вон, пиво. Пиво много, рыбы много. Чи пиво, чи квас. Че хочешь, то и а пей. А где рыба-то? Покажи, где омуль горячего. Омуль-то, омуль горячего. У тебя там нога где-то. А где он? Сейчас. Покажи личико, почитай. Личико-то покажи. Вот он я. Вот, тебя сняли. Да. Вычитай, покажи личико. Вот они наши, кадры молодые, растут, помогают нам старикам. Вот, еще молодежь зеленая пришла. Правильно, давай работай, и будет тебе счастье. Воздастся тебе. Огонь сосны с огнем души печи перемешайте. Огонь сосны с огнем души. Вот дежурная, вечная дежурная. Перемешайте. Дежурная. Пусть будет теплая стена. Мягкою скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Да, после пива холодно. Так, вот идем в сторону перевала Шумак. Паша, иди. Мы будем по интернету тебе пришли. А горы видно тут? Вот. Еще пару переходов. И мы на развилке. Юра пристроил свой рюкзак. Вот на подходе к перевалу. Вот он, бугор идет. Вот идут люди. Люди идут по свету. И вроде немного надо. Паш, сфотографируй меня вот такую вот. Вот такую вот. Да, если я еще когда-нибудь захочу. И думать, захочу я или еще туда, да? Новокузнецкий не поход был. Новокузнецкий был поход выходного дня. Вот начальство идет. Сейчас будут вставлять пиндюлей всем. Почему убежали, да? Почему убежали? Валера, Аллах Акбар. Ты должен кричать воистину. Вот дорога на перевал Шумак. Утомленная солнцем. Но довольная жизнью. Женщина без комплексов и без гречневой каши. Правильно? Ну вот, идут герои. И, или героиня. Подъем на перевал Шумак. Помаши ручкой!
утомленные солнцем. Вот она, развилка. Пьянки ради, лечения для. Ну и ясная поляна. Сестра помирает. Вот она. Снятие усталости и капризов женских. Распитие спиртных напитков. С дамами женского полу. Еще и дамы мужского полу. Он Паша работает. А лучше с куском лимона заживать. Чем? С куском лимона будет. Лимонный чай лучше. Вот долгожданный праздник. Главное не ложитесь, на палатку все оставить. Сейчас съем кусочек сала и полезу к тебе приставать. Давайте, давайте. Жуткая жуть. Это просто гора, рюкзачная гора лезет на перевал. Да. Вот он. Человек идет, отдыхает в отпуске. Дышит полной грудями. Да, видели меня мои тети на работе сейчас. Не знаю, ничего не поняли. Не так ничего не поняли. Я сначала спрашиваю, зачем вы вообще туда идете? Ну, там целебные источники. Что, вот туда вот дойти туда искупаться еще обратно? В чем смысл? Ну, так вот идти 10 дней, я туда. А что туда доехать нельзя, но вторых нужно долететь. После какого-то года на походе видео показывают, как это будет. Однозначно лошадиный труд. Вот она, стоянка перед перевалом. На улице 30 градусов. Вот он идет, брат Хоббит, на перевал Шумак. Вот Паша. Пришел. Вот туда нам еще идти и идти. Ёперный бабай. Привет! Надо сходить. А может он просто провалился и утонул? Подъем на перевал Шумак. Подъема-то еще не видно. Ну, подход.
перевал Шумак. Очередной подход. В таком месте можно было бы ночевать. Где? Ну что? Где ночевать? В таком. А где палатка? Палатка не найдется. Да? Тут дров нету. Сейчас тут еще чай чуть-чуть есть. Потом будет вода. Горячие источники, да? Вот она. Дорога на перевал Шумак. Ски. Или Шумак. Где-то он там. Лучше уж такая погода морозная, честно говоря. Если будет туманчик и облачность, то мы никуда не пройдем. Вот она, откуда мы пришли. Здесь глубокий снег, а внизу вообще снега нету. На улице минус 30, холодная ночевка. Ходи срубить дрова. Съемки, что ли? Конечно. Заколебали холодными ночевками. Они все у нас уже холодные. Завтра на перевал. Вот он. Вот он, подход на перевал. Ввиду того, что мороз, видеокамера не успевает как бы соображать. На улице 31. Лагерь на Шумаке. Там же видно, что замерзшая. Участок есть. Какая разница, замерзшая, не замерзшая. Не, ну я прошел нормально. Чуть-чуть, все равно где-то по воде прошли. Уже без разницы. Чего выбирать? Что-то никак не решит. Нет, назад иди! Да. Все, где-то позади осталось.
Дорога пошла. Сейчас я посмотрю, пойду. Просто какой-то кошмар. Гремит костями Кощей Бессмертный. Вот она, новая стоянка. Вот она, турбаза Шумак. Турбаза Шумак. Так. Здравствуйте.
Вот она, панорамка Шумака. Один раз продукты им привезли. Ну тут навалом дальше идти надо. Ну чё, полечили ухо, горло, нос? Горло полечили. Вот лечат. Чё за ты полечишь? Мужскую силу. Дай хлебануть. А, нашли мужскую эту? Упрямство. Что упрямство?
Вот оно какое бывает упрямство-то. На шумасских-то источниках попьешь. Шоколадка заберем, на курицу поменяем. Берем, сегодня вечером играть будем. Если я упаду в эту воду, что со мной будет? Станешь мужчиной. Забирай, Паша, играть будешь. Страшно. Ну что? Что понял? Сейчас не увидим, наверное. Развернется вниз, Паша. Видно его. Все, вниз ушел. Вон, наверху. По ущелью уйдет. Вот они, святые столбы.